Приветствуем всех, и это уже малость издевательства. То есть, при запуске внезапно выскочило обновление на 1,3 гига. Причем, после того, как оно завершилось, мы залезли, как это называется, в список обновлений, но там последнее обновление за 17 число. Что обновили, не ясно, но тем не менее, это обновили сломало мне сохранение. Хорошо, хоть оно не забросило вообще прохождение. Я бы, наверное, тогда просто лез на стену. Ладно, пришлось заново перепройти, вот тут немножко продвинуть дальше, чем планировалось. Надо будет выбить вот этих ребят. А, стоп, мы, кажется, забыли. Да, сейчас. Вайши тут когти лежат. Не стоит со мной шутить. Я сразу их не взял, отвлекся на Келя. А, вот тут вот мы заблокировали врагов, чтобы не мешали. Во имя Асшары. За императрицу. Так, назад. Где демоны? Умри! В одном из бастионов хранятся орочьи осадные орудия. Мы должны перебить стражу и захватить их. Не так быстро. Чего попросишь? С удовольствием. О, да будет так. Наши войска... Мы захватили осадные машины. Обратим силу Мактеридона против него самого. Укажи мне путь. Надо, конечно, обратим. Хотя я сомневаюсь, что проводить, скорее всего, по скрипту просто заспавнились где-то здесь. Я слеп, но не глух. Хорошо. Тебе нужна моя помощь? Так, дверные пусть стоят. Хлеба не просят. А, да, кстати, мы же здесь их не освободили в этот раз. Ладно, потом сбегаем. Помоги мне свершить месть. Я слеп, но не глуп. Хорошо. Великолепно. Торнадо вычислили нас. Наша воля исполнится. Где демоны? Эрасаджа! Я следую твоему приказу. Как скажешь. Посмел заговорить со мной. Так, здесь ломать не будем, потому что иначе они будут вообще мешаться постоянно. Мой яд смертелен. Хорошо. Так, пусть их восстановится. Как? Кто посмел заговорить со мной? Так, заговоривший. Легко. Надо Дренеев вытащить. А, нет, все-таки протискивается. Я отомщу. Жду приказа. Слишком просто.
Я слеп, но не глух. Зло тебе приближается. Нужна моя помощь? Я теряю терпение. Чего попросишь? Скорость средняя. Где демоны? Скорость высокая. Почему они прибыли раньше Иллидана? Где демоны? Ты пожалеешь о своей дерзости. Умри. Это все... слишком просто. Чем я могу помочь? У нас общий враг. Чем могу помочь? Я постараюсь. Приказ поняла. Я просто не понимаю, по какому принципу они такие построения выбирают? Быстрее! Я теряю терпение. Я слеп, но не глух. Эльфы крови всегда готовы. Кто посмел заговорить Укажи со мне мной? Путь. Жду приказа. Не так быстро. Я в твоем распоряжении. Так. Твой ход. Попробуем вот так вот. Не проблема. Потихоньку, но хоть безопасно для них. Затем уже поведем Дернеком один раз в следующий. Ни слова больше. Я готов поделиться мудростью. Попробую. Я постараюсь. Сделаю все, что смогу. Не торопи события. Я в твоем распоряжении. Попробую. На том и порешим. Попробую. Кровь за кровь! За Дренор! Вперед к победе! Вперед к победе! Кровь за кровь! Я теряю терпение. Чем могу помочь? Попробую. На том и порешим. Попробую. Так, хорошо. Я постараюсь. А, стоп. Да, тут с двух сторон, так что рановато. На том и порешим. Сделаю все, что смогу. Не торопи события. Не торопи события. Нужен совет почтенного старца? Нужен совет почтенного старца. У нас общий враг. На том и порешим.
готов поделиться демоны. Я слышу зов предка. Кровь за кровь. Попробую. Сделаю все, что смогу. Я в твоем распоряжении. Я постараюсь. У нас общий враг. У нас общий враг. Да что ж, и если ты мёрзла, а? Тоже зовёт меня. Отойдите. Как вас вообще увидели, я не понимаю. Я слеп, но не глух. Легко. В чем проблема? Кто посмел заговорить со мной? Я теряю терпение. Ты пожалеешь о своей дерзости. Я отомщу. Хорошо. Не проблема. Ай, да вы-то бейте, вы отойдите. Один труп. Чего вопрос? Я слеп, но не глух. В чем проблема? Кто посмел заговорить со мной? Слишком просто. Чем я могу помочь? Я теряю терпение. Тебе нужна моя помощь? Где демоны? Не так быстро. Кто посмел заговорить со мной? Я слеп, но не глух. Чем я могу помочь? Я теряю терпение. Тебе нужна моя помощь? Где демоны? Не так быстро. Кто посмел заговорить со мной? Я теряю терпение. В чем проблема? Я слеп, но не глух. Так, основная проблема пока что в том, что вот эти вот... разрушители орков, они малость бьют без моего ведома. И это проблема. Это огромная проблема. Да ё-моё. Я их даже подвести не могу. То есть использовать их в комбинации я не могу. Они своих же загасят. Но подвести их сейчас тоже не могу. Где демоны? Потому что враги... Я
Теряю терпение. Не так бы. Ваши войска атакованы. Кто посмел заговорить со мной? Я слеп, но не глух. Я чувствую нечто неуловимое. Превосходно. Тебе нужна моя помощь? Самое главное, что бесит везде, везде. Именно вот эти вот вентиляторы долбанные. Кровь и пламя. Да будет так. Возмездие. Слишком просто. Чего попросишь? И вот все время думаю, что они где-то рядом тусуются, потому что вот вроде как вот, хотя вот эти должны идти исцелять, но нет, они все время где-то в тылу, блин, оказываются. Да, ну, ладно. То есть, когда не надо, они уходят на передовую, блин. Когда надо, они где-то в тылу. Вот. Как всегда, эльфам приходится всех спасать. Где демоны? Я теряю терпение. Легко. Чем я могу помочь? Чем могу помочь? Не торопи события. Топай сюда. На том и порешим. За императрицу. А здесь пора двигаться. Я следую твоему приказу. Во имя Асшары. Великолепно! Я сделаю то, что должен. Исполняю. Нам любые бури нипочем. Исполняю. Оставь любезности. Да я бы их уже давно оставил, но вы не можете протиснуться здесь. Зачем каждого я покинул пучину? Надо вести. Помоги нам, и мы поможем тебе. Я слеп, но не глух. Великолепно. Наши войска атакованы! Да ё-моё, как успели там? Кто посмел заговорить со мной? Да ё-моё, ну конечно! Я слеп, но не глух.
я жду, затаив дыхание. Наверняка специально вот это здесь поставили, чтобы мои войска, когда я вот отправляю их автобоем, хорошо, не смогли сразу прийти на помощь. За императрицу! Теряю терпение. Я следую твоему приказу. Оставь небесность. Кто посмел заговорить со мной? Ну, то, что погибла сирена, это ясно, потому что ее тут буквально выцелили. Серьезно, почему вы здесь? Я приказал здесь сюда атаковать всем. Где демоны? Где демоны? Быстрее! Мне нужна магия. Наши войска атакованы! Во имя Асша! Я готова. Я слеп, но не глух. Я готова. Это все? Ты пожалеешь о своей дерзости. Хорошо. Кто посмел заговорить со мной? Я пою песню морских волн. Мана, мана. Жду приказа. Твой ход. В чем проблема? Хорошо. Уже пора? Какая рослая, однако. Время не ждет. Убеди меня. Я пою песню морских волн. Не стоит со мной шутить. Я пою только для тебя. Так. Нужен совет почтенного старца? Наша воля исполнится. Знаешь, что вот здесь вот? Может, зря я сейчас сюда веду. Я следую твоему приказу. Нужен совет почтенного старца. За императрицу. Я теряю терпение. Так, стоп. Еще генератор.
смотреть за пацану где. Я в твоем распоряжении. Сделаю все, что смогу. А, все ясно. Попробую. Откроются. Когда мы уничтожим от этих двух противников. Великолепно. Зачем я покинул пучину? Привет, Юнг. Не стоит со мной шутить. Упс. Ладно. Великолепно. Жду с нетерпением. Хорошо. За императрицу. Я следую твоему приказу. Сила, ловкость. Где демоны? А, стоп, он же вроде мелкий по воде. Зло приближается. Я что-то про этот момент забыл. Да, то есть даже Вайша можно было сюда не тащить. Наша воля исполнится во имя Асшары. Как скажешь. Я слеп, но не глух. Слишком просто. Зло приближается. Легко. Это все. Умри. Чего попросишь? Чем могу помочь? Я теряю терпение. Слишком просто. Сделаю все, что смогу. Я в твоем распоряжении. Не так быстро. Пора в путь. Превосходно. С удовольствием. Чем я могу помочь? Тебе нужна моя помощь? Возмездие. Слишком просто. В чем проблема? А вредный тип? Кровь и пламя! Слишком просто. Не так быстро. Кто посмел заговорить со мной? Где демоны? Так, яд. Нужен ему яд. Чем могу помочь? У нас общий враг. Ему пригодится, вполне возможно. Я постараюсь. Я теряю терпение. Я чувствую нечто неуловимое. Нужен совет почтенного старца? Кошагал! Я постараюсь. Попробую. Так, хорошо. Где здесь? Вот. Я слеп, но не глух. Легко. Я готов поделиться мудростью. Чего попросишь?
Ну что ж. Не стоит со мной шутить. Оставь любезности. Кто посмел заговорить со мной? Я следую твоему приказу. Помоги мне. Где демоны? Так, масс. За нас, Жатар! Поздравляю, владыка Иллидан. Оборона орков прорвана. Осталось только разделаться с Мактеридоном и его приспешниками. Как скажешь. Хорошо. За императрицу. Так, Ясика. Здесь больше ничего. Во имя Асшай. У нас общий враг. Чем могу помочь? Нужен совет почтенного старца? На том и порешим. Ё-моё. Сделаю все, что смогу. Не торопи события. Я постараюсь. Попробую. Угу. Кровь за кровь. Сделаю все, что смогу. На том и порешим. Не, серьезно, как без этого доп. Задания можно вообще пройти уровень? Не торопи события. На том и порешим. Я в твоем распоряжении. Я слеп, но не глух. Так, сейчас будет тесновато. Приказывай. Приказ поняла. Ни слова больше. Кто посмел заговорить со мной? Я теряю терпение. Зло приближается. Чем могу помочь? Делаю все, что смогу. Я сделаю все, что смогу. Эй, я же всем приказал. Да будет так. Тебе нужна моя помощь? Я готов поделиться мудростью. Я постараюсь. Попробую. И снова долг зовет меня. На том и порешим. Я сделаю все, что смогу.
за Дренор! Вперед к победе! За Дренор! Чем могу помочь? Не торопи события. Я теряю терпение. Чем я могу помочь? Я слеп, но не глух. Если всего значительно, конечно, да, но тут по этим узким коридорчикам их вести, это, конечно, та еще ситуация. Наша воля исполнится. Где демоны? Зло приближается. Это все? Я готов поделиться мудростью. Я постараюсь. Кто посмел заговорить со мной? Тебе нужна моя помощь. Во имя Асша. Быстрее. О-о-о-о. Хорошо. Не так быстро. Я в твоем распоряжении. И снова долг зовет. Да ё-моё, откуда это взялся? Мудрый совет почтенного старца. Попробуй. В чем проблема? Сделаю все, что смогу. Превосходно. Я пою только для тебя. Кто посмел заговорить со мной? Я слеп, но не глуп. Я не понял, да? А, вот он здесь, блин. Я его вообще здесь не видел. У нас общий враг. Офигенный план. Все к чертям поделал. Какого он вот отсюда приперся сюда? Я не встречал тебя прежде, незнакомец. Но ты обладаешь огромной силой. Ты служишь легиону? Тебя прислали, чтобы испытать меня? Я пришел сменить тебя, Мактеридон. Ты реликт, тень прошлого. А будущее за мной. Теперь Запределье и все его обитатели склонятся перед моей волей. Слушайте меня, жалкие смертные. Я Иллидан, ваш повелитель. Я буду властвовать здесь вечно. Как сказал Ияш, проникся. Не, серьезно, такое ощущение, что актер был абсолютно фиолетовым. Ну блин, ну хоть раз у меня получится, что вот тут все не катилось к чертям собачьим. Ладно, в любом случае еще одна компания осталась. Так что с эльфами крови на этом, пожалуй, все. Что происходит, Вайш? Откуда взялась эта буря? Лучше отойди! Приближается что-то ужасное! Жалкий глупец, ты не выполнил мой приказ, не уничтожил ледяной трон и попытался скрыться в этой глуши. Я думал, ты умнее, Иллидан. Кил'джаден, это был всего лишь тактический ход. Мне нужны были новые силы,
Обещаю, король Лич будет уничтожен. Неужели? Да, тебе удалось собрать неплохую армию. Что ж, я дам тебе последний шанс, Иллидан. Ты уничтожишь ледяной трон. Или познаешь всю силу моего гнева. Очевидно, идея укрыться здесь была не самой удачной. Но это не отменяет нашей задачи. Пойдете ли вы за мной в царство льда и смерти? Наги последуют за тобой, владыка Иллидан. Куда бы ты ни направился. Ты можешь рассчитывать на помощь моего народа, повелитель. Мы уничтожим плеть и разрушим ледяной трон.